Всех приветствую. Продолжаем бродить по залам главного штаба Эрмитаж в Санкт-Петербурге, рассматривать картины, скульптуры Шарль Хоубауэр о ресторане. Датировка 1907 год. Материал холст масла. Размер 115 на 167. Год поступления 1931. Эффектное полотно притягивает взоры невероятной сигрой света, мимо которой буквально невозможно пройти. Однако эта работа стала причиной долгих споров искусствоведов и зрителей. Художник оставил нам загадку, что делают главные герои картины, уходят или приходят. Шарль Хоубауэр часто обращался к ресторанным мотивам. Главные герои произведения – это светские прожигатели жизни на фоне сверкающих огней. В этой картине он использует внешние световые эффекты. Платье дамы сверкает, как рыбья чешуя, а на столе живописно красуются детали натюрморта. Но вот что конкретно делает эта импозантная пара в ресторане, до сих пор остается загадкой. Приходят они в ресторан или уходят? Нетронутый стол, возле которого происходит сцена, и в то же время мужчина курит сигару, что по правилам хорошего тона обычно случается после ужина. Не говорит ли это о некой спешке, а может быть отгадкой станет платье женщины? В глубине около двух розовых абажуров сидит пара. Если приглядеться внимательно, то можно заметить, что у дамы точно такая же прическа, как у нашей героини. Такое же платье по фасону. Возможно, это и помешало главным героям картины. Ну как же так, быть в одном и том же месте с похоже одетой женщиной, когда наверняка есть возможность пойти в другое место и там блеснуть своим нарядом, размышляет научный сотрудник Центра Эрмитаж Валентина Братышева. Есть и философская трактовка картины. Возможно, здесь мы можем говорить о соединении времен, ведь пара на заднем плане фактически точная копия главных героев. Возможно, это и есть они. А художник совместил два мира – реальный и мир воспоминаний. Ну, такое описание к работе Шарля Хоубауэра. Она называется «В ресторане». Я нашел в интернете. Это полотно находится в здании главного штаба Эрмитаж Санкт-Петербург. Пока-пока, до свидания.